Приветствую всех, друзья, подписчики. Мы опять на очередной рыбалке на жерлице. Вот здесь как бы ряд расставил жерлиц. Ну, у меня магазинная. 10 штук стоит. Будем ждать результата. Удочки на окуня Саша расставляет на живца. Вот такой живец. Второй Саша жерлиц расставляет. Тоже на живца, на окуня. Рыбаков много. Начинает подтягиваться. Только расцвело. Сработал флажок у Саши. Что-то дергается. Ага. Иду, иду. Сука, так. Сошел. Здесь сошел. Не знает, за каким бежать. Ладно, я отсюда засниму. Интересные моменты бывают, конечно. О, щука, нифига себе. Щуку достал. За вторым же давай бежать. Давай, 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 давай. Окунь сошел. Мои пока стоят. Ну-ка, что там? Ну вот такую щучку Саша выхватил. Вот рукавичка. Вот такая щучка. Зачетная. Во второй щуковке ничего не было, говорит. Еще встал флажок. Офигеть. Окунь. Еще один флажок. Но он разбегался вообще. Вот он. Такая интересная рыбалка, когда клюет. Борода. Полыня так и не замерзает. Флажок. Ну-ка глянем сейчас. В прямом эфире. Ну, это флажки на окуней стоят. Есть окунек. На глазах сработал. Не крутит. Не крутит. Может сбить просто и все. Солнышко вышло. Вот рыбки уже Виктор наловил. Две щучки — это вот на жерлице, а это вот окунцы. Сейчас чайку попьем. Дальше будем ловить. У Саши одни сходы. Уже нервничает.
Пьем чаек, греемся. Вот здесь под берегом, где полынья, бобер живет. Вот видно, у него там палки навалены. Вот здесь у них хатка, короче. Вот здесь им раздолье. Сейчас вода не замерзает здесь. Ключей много. Вон дерево подгрыз уже. Как у тебя флажок как будто стоит? Или это что-то? Ну, наверное, что-то флажок встал, слышишь? Итак, друзья, у меня флажок сработал. Катушка не крутит. Нет, наверное, от ветра. И леска вот она вся. Холостой пролет у меня был. Ничего не взялось. Ветром сдуло. Но уже интереснее стало. Нормальный. Покажи окунца. Ну, да, лабрет серьезный. Златенький такой. Вот. Достойный экземпляр. Ладошку держу. Где наш флажок стоит? На глазах сработал. Смотри, утянет. Тянет, не крутит. Сбило ветром. Второй. Сразу же. Пока Саша чемпион по рыбе. Окунец. Мои вот они рядом. Пока тишина. Под тобой где-то. Есть. Опять флажок. Хоп. Такой окунек очередной. Окуня ловится. А щука что-то перестала браться. Хороший окунец тоже. Не поленюсь специально. Подойду, покажу. Сладенько. Сладенько. Ну, у Саши такой же есть один. Ну, вот хищный коробок. Ну да. Зачетная. Вот так, ребята. У кого клюет, у кого не клюет.
За хребет. Да, за рот сразу дохнешь сегодня. Вот, друзья, не успел заснять. Саня щучку достал. Вот такая колодочка. Красивая. Ух. Эх, красота. Вот этот трофей знатный. Ух. Мои стоят, не алё. Нормальный окунёк тоже. Ну вот, друзья, 12 часов времени. Уже вот такой улов. Еще надо пособирать. Возле лунок валяются окуня. Так, живцы живые, активные. Карасики самые лучшие живцы. Они всегда активные, на тройнике подо льдом хорошо дергаются, привлекая хищника. Сворачиваться будем потихоньку. Да. Живцы еще походят, да? Да, да, да? Собираю флажки. На магазинное сегодня ничего не попалось. Живцы еще пойдут на следующую рыбалку. Ну вот, все, друзья. Такая рыбалка сегодня. Всем пока.